Так, добро пожаловать на мой канал. Я всех очень рада вас видеть. Спасибо, что заходите, спасибо, что подписываетесь, спасибо, что смотрите. Мне это очень-очень приятно. И сегодня у меня для вас распаковка заказа Oriflame из каталога номер 17. Такого уже новогоднего. Вот так выглядит моя коробочка. В этот раз она не маленькая. Так что будем вместе сейчас распаковывать и смотреть, что же я заказала. Так, итак, я уже достала накладную, у меня получился заказ на 68 баллов в этот раз. Не такой он и большой, но для меня достаточно нормальный. Так, в этот раз, по-моему, получилось в основном все это для меня, все заказики. Так, поэтому будем сейчас начинать смотреть. Так, итак, первое, что я вижу, это я приобрела наборчик такой новогодний. Так, кто-то хочет появиться. Кто-то в кадре захотел появиться. Так, всем привет еще разок, да? Да. Так, и в этот раз я заказала вот такой вот новогодний наборчик. Там предлагалось у нас за 159 гривен. Покупаешь миниатюрку парфюмчика и выбираешь себе новый бальзамчик смягчающий Tender Care. Passion Fruit у нас, это, по-моему, маракуйя, да? Вот. Вот такой вот наборчик. Это я заказала кому-нибудь на подарок, потому что захотелось мне такое смягчающее средство на новиночку. Такого еще аромата вроде бы не было. И сейчас мы распакуем, посмотрим, как он выглядит. А это у нас Mon Parfum. Такой классический, такой французский аромат. Очень женственный, очень приятный. На каждый день классно. А вот. Так что на подарок отличный вариант. Так, а теперь распакуем. Вот видите, какая теперь обновленная упаковочка красивая. Тут такими золотыми буковками. Такая вся она красивая, даже сама упаковочка. Так, новые бочонки обновленные, наши любимые. Я использую это средство абсолютно каждый день. Вот такое двухцветное, двух оттенков желтенького. Я использую тут такой, как бы видите, объемный такой знак. Oriflame классно выглядит, так стильно. На ночь мажу губки и вообще не знаю с ними никаких проблем. Так, теперь видите, вот такое стало большое горлышко обновленное. Так, и это у нас аромат. Ну, аромат достаточно легкий. Это как-то, не знаю, какой там, я не помню в каталоге название, или маракуйя, или манго, что-то такое. Но тут написано Passion Fruit. Он так, по-моему, называется. Страстный фрукт, да? Так, ну, приятный очень такой фруктовый аромат. Легкий-легкий, ненавязчивый. Так что отлично подойдет для использования. Так, интересно, где сделано у нас это? Сделано также в Индии, как и раньше. Вот такой мультибальзамчик. Так, дальше. Сейчас достанем, что еще имеется. Я приобрела вот такую вот, конечно же, праздничную пену. Mary Berry Bubble Bath. Значит, ягодный аромат. Пена для ванны. Такая вот красивая упаковочка. Так, сейчас понюхаем, как она пахнет. Ой. Такой, я бы сказала, классический ягодный микс. Такой прямо, не знаю, пахнет. Мне как-то баней запахло. Такой какой-то микс ароматов. Такой ягодный, красивый. Красивый аромат, красивая упаковочка. Очень понравилась. Так. Всегда, не знаю, приятно такие новогодние упаковки, такие новогодние товары получать. Так. Такая птичка, ну класс вообще, супер, понравилось. Так, заказала я в этот раз свой любимый шампунь, который стал мой самый любимый, и кондиционер. Рекомендую абсолютно каждому попробовать, это лимон и мята. Позиционируется вроде бы как для жирных волос, но у меня волосы, я не могу сказать, что жирные, наверное, больше, не знаю, нормальные, нормального типа. Но как классно работает этот бальзам. Не надо там... Я раньше, в последнее время, когда перестала
мне подходить все средства. Пользовалась уже так. Наношу один бальзам для волос, потом смываю, потом наношу второй, смываю, пока волосы не становятся такие более-менее гладкие, тогда я уже успокаиваюсь. А теперь просто вот одно использование этого бальзамчика, волосы шелковистые, сразу же классно расчесываются, классно струятся, в общем. И, кстати говоря, долго не жирнятся волосы после этого не шампунчика, и шампунчика, и кондиционера. В общем, лимон и мята очень-очень рекомендую. Классно. Аромат, то я вообще молчу. Супер. Так, далее достаем следующее. Ой, что-то я не поняла, какая там была акция или что. И вообще, мне, в общем, добавили за какие-то копейки, сейчас скажу за сколько. Вот такой парфюмчик. Не знаю, это какой-то подарок или что это, даже не знаю. Love Potion, за 100 гривен, да? За 100 гривен, за 99, по-моему, там что-то было. Или, ну, в общем, вот такой парфюм. Love Potion Midnight Wish. Вот такая красивая упаковка. Там это было такое у нас парфюмчик, лимитированная версия. Не знаю, зачем они решили его вот таким образом распродавать. И в связи с чем это какие-то, не знаю, баллы набрала. Я так и не поняла. Я нигде этой акции, не знаю, не видела. Просто она добавилась мне, и я не отказалась. Ну, конечно, за 100 гривен такой аромат. Вы только посмотрите на него. И, по-моему, аромат там был просто потрясающий тоже. Вот упаковка вот эта и Love Potion Midnight Wish. Класс. Будет тоже на подарочек, я думаю. Так. Такое вообще отличное предложение. Так, дальше. Моя попытка заказать тональную основу новенькую. Это у нас Everlasting Silk Soft Matte, которая с голубеньким. Сейчас мы ее откроем и посмотрим с вами. Я решила, что мне должен подойти оттенок Ivory Neutral. Это значит слоновая кость. По-моему, там как-то называется. Ну я могу сказать номер 42-128. Так, сейчас мы распакуем, посмотрим. Так. Так выглядит тональная основа, но вроде бы оттенок классный, я вижу. Даже вот видно, как он должен подойти. Так, Everlasting. Да, SPF 10. Защита от излучения. Так, и сейчас попробуем посмотреть, что это будет за оттенок такой у нас. Так, ой, что-то тут надо повернуть, наверное, да? Тут написано повернуть. Так, что-то не выходит. Ну, сейчас подождем немножко. О, так, сейчас у нас, кстати говоря, вырубили свет как раз. Поэтому я сижу тут уже под лампами импровизированными. Так, вот таким фонариком своим, чтобы было меня лучше видно. И так вот такой оттеночек это у нас получается. Видно, как классно он. Ой, классный такой, приятный. Так классно ложится, я уже чувствую. Так, в общем, вот такой вот оттеночек. Немножко он более темный такой, но он должен намного лучше распределяться, чем просто синг красный, насколько я понимаю. Ну, вообще по аромату похоже на красный синг, который мне не нравится. Но ничего, попробуем. Попробуем теперь эту тональную основу. Так. Я, кстати говоря, записывала про тональные основы, все, которые у меня есть, видео. Можно его будет посмотреть где-то здесь, я добавлю. Вот. Ну, я вот чувствую, что главное, что кожа стала очень бархатная, очень приятная. И не проваливается кремчик никуда, ни в какие тут морщинки на руке. Так, ну, в общем, не знаю, пока классно. Увидим. Так что в пользовании попробуем, как он себя будет вести. Так, дальше. Что у меня еще тут интересненького? Так, интересненько. Это тушь с эффектом веера. On Color Multiple Lash. Называется так она у нас. Сделана в Польше. Так, ну, в общем, обычная такая черная тушь. Хорошо она делает реснички, разделяет, веером выкладывает. В общем,
Очень-очень нравится. Это, по-моему, заказала моя клиентка, насколько я помню. Так, дальше я заказала наборчик такой интересный. Там тоже новогодний набор на подарочный. Это такая тушь Tremendous, Tremendous First, да, такой First. Кошачий взгляд, по-моему, как-то так она называлась. Вот такая упаковочка. Я сама еще такую не пробовала. У меня была Tremendous вот такая розовая, классическая, которая была не классическая, не то, что классическая, была первая из этой линейки. Там еще их появилась вот эта Tremendous. First еще, по-моему, какая-то была так. И к ней идет в комплект дымчатый серый карандашик. Вот. У меня клиентка хотела такой карандашик, поэтому я ей, наверное, вот этот весь наборчик и продам с этой тушью. Вот так. Так что вот такой набор. Интересный попробовать. Так, далее. Ага, вижу, что у меня еще вторая такая тушь есть. В заказике. Возможно, кому-то захочется такую недорогую тушь приобрести перед Новым годом, чтобы быть красивой. Так что я тоже прикупила. Так, далее. Купила себе вот такой вот ночной крем Hydra Radiance Cream Rich. То есть я покупала, который идет light ночной. Сейчас я им пользуюсь активно. Мне нравится, но он такой, конечно, легкий достаточно. И захотелось мне попробовать, что же представляет из себя крем вот этот Rich. Hydra Radiance Rich. Тем более, что этот у меня уже наполовину закончился, поэтому скоро будет необходимо новый. Я просмотрела, что у меня вообще нету ни одного крема ночного и даже никакого нового. Все позаканчивалось, я так долго не покупала, думала, что у меня все есть, знаете, в запасах лежит, а оказалось, что вот и все, уже все и закончилось. Так, еще из такого интересненького, это из новой коллекции лаков новогодних, я заказала вот такой вот зеленый, green, так он и называется, gloss in wear, да, так. Сейчас попробую даже сразу намазать вот хотя бы один ноготь. У меня ногти сейчас не накрашены. Как-то на этой неделе я их, не знаю, не красила, не было настроения. Вот, так что сейчас попробуем с вами сразу накрасить на ногтики. Так, ну такой богатый зеленый цвет. Я вообще смотрю, что у многих женщин сейчас накрашены такие ногти. Поэтому, я так понимаю, в салонах популярный такой сейчас оттенок. Такой, значит, трендовый, можно сказать. Так, сейчас попробуем. Да, ну первый слой я вижу, что наносится достаточно полупрозрачно. То есть одного слоя недостаточно, вот видно. Сейчас чуть подсохнет, нанесем второй. Но оттенок очень красивый, конечно. И трендовый, такой зеленый. Так, но он в жизни немножко темнее. Ну почему? Вообще такой же, наверное, как и на камере, да. Сейчас еще подкрасим вторым слойчиком и посмотрим, как это будет смотреться. Мне нравится этот оттенок очень. Этот лак мне тоже нравится очень. Вообще, в принципе, Gloss and Wear. Глянцевый, по-моему, как-то так серия называлась. А это... Я бы, знаете, хотела даже все эти оттенки. Синий, темный у меня когда-то был. Я такой у меня получается как запрет на эти лаки. Думаю, пока не закончатся старые, не буду заказывать новые. Уже давно у меня позаканчивались старые. Очень быстро. И особенно вот этот синий я любила, темный, подобный оттенок, как сейчас в этой новой коллекции. Так, вот так, вот так получился этот цвет. Но мне нравится. Очень красивый, да, зелененький. Смотрите, как будет смотреться по-новогоднему. Вообще класс. Так что так, покрытие я не покупала, блестящие блестки, потому что разных блесток у меня еще достаточно. И я буду обязательно их использовать на вот этот пальчик, на этот пальчик. В общем, короче говоря, скоро сделаю новый маникюрчик с таким лаком. Ну, красивый оттеночек, конечно, классный. Богатый цвет. Ну, не знаю, я говорю, что очень много вижу женщин с такими маникюрами. Решила и себе тоже прикупить. Думаю, наверное, тренд. Вот так. Дальше. Вместо платы за доставку. Ой, какая классная. Такой купила подарок. Мужской. Мужские носочки. Тут два типа. Две пары. Черные и такие вот с узорчиком серые. Ну, конечно, выглядит мега стильно эта упаковка. Это вместо платы за доставочку получилось.
такие носочки, наборчик, подарочный набор. Очень классный, очень красивый. Так что подарю на Новый год обязательно кому-нибудь. Так, дальше. Последнее, что у меня тут осталось, это новый каталог. Новый каталог номер 18. Такого, по-моему, еще не было у нас в Oriflame, чтобы было аж 18 каталогов. Вот такой он богатенький. Я уже слышу такой очень даже много страничек, такой весомый. Вот так он выглядит красиво. Так написано: «Новорічна магія, твори та відчувай». И это у нас будет с 19 декабря по 7 января действовать. Такой каталог красивый, праздничный. Ну, вообще выглядит шик. На последней страничке можем сразу посмотреть. Как раз будет вот это вот средство смягчающее. А мы сейчас как раз почитаем, что про него тут написано в каталоге. Так, маракуйя. С олією маракуйи. То есть с маслом маракуйи. Вот это средство у нас Tender Care. Захищая и глубоко живить шкиру. Олія косточки маракуйи. Такая интересная вот эта вот вещичка. Ну, аромат очень приятный, да. И будет всего лишь по 39,90. Так что так. Надо будет тоже прикупить еще вот такой обязательно аромат. Так, что тут? Ничего больше. Я так думаю, что тут, наверное, будет крутиться вокруг уже предложений, которые были. Но это мы посмотрим в отдельном видео. Я так понимаю, что ролик с предыдущим обзорчиком українською мовою вам сподобався, тому будемо продовжувати. І я скоро зроблю ще, зроблю манікюр, щоб руки красиво виглядали для такого типу огляду. Ось, і тому побачимо, як це буде. Так, а зараз, сейчас надо сделать мне для заставочки такі пару кадриків, що я тут назаказувала. Так, сейчас. Чтобы было так красивенько. Что тут у меня? Цветуши. Носочки. Так, что тут? Что еще можно? А, вот эту пену, да? Давайте. Так. Это уже такой традиционный момент. Сколько я всего заказала. Для заставочки. Так. В общем, все мне очень нравятся мои покупки. Я смотрю, особенно, не знаю, тут парфюм. Я бы сама им пользовалась, наверное. Но у меня целая коллекция других парфюмов. Поэтому такое, конечно, заманчиво выглядит. И тем более такая стоимость. Но будет классный подарочек кому-нибудь. Я думаю, понравится. Вот. Так, лак, интересно, застыл. Да, лак уже застыл. Ну, всем большое спасибо за внимание, спасибо, что заходите на канал, спасибо, что смотрите мои новые ролики, что, возможно, даже вам и нравятся. Вот, до новых встреч, увидимся. Следующее видео, наверное, будет обзор нового каталога. Вот, посмотрим, что там у нас за предложение. До обзора, кстати, смотреть не буду специально, чтобы было как бы первое впечатление. Так, ну все, большое спасибо за внимание, всем пока-пока, до новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень приятно почитать и посмотреть. И что вы заказали, расскажите. Что, возможно, какие-то... То, что я еще не пробовала, мне бы понравилось. Как вы думаете? В общем, а еще самое такое печальное, что я, конечно же, хотела заказать два новых оттенка тени карандаш. Мои любимые, которые там теперь новогодние коллекции. Там сиреневатый такой и какой-то зеленоватый, да, по-моему, вот. Но, к сожалению, не было в наличии, не знаю, сейчас я буду делать новый заказ, потому что мне заказали пудру. Пудру заказала моя клиентка и обязательно сделаю дозаказ. И дозаказик, наверное, сниму здесь, может быть, эти карандашики появятся, сделаю на них обзор сразу, посмотрим, как получится. Вот, так что, ну, на данный момент все. Спасибо за внимание, пока.